Торнадо станет самым мощным оружием в российской армии. Новые реактивные системы залпового огня разработаны в городе оружейников Туи. Торнадо-С составит основу будущего технопарка ракетных войск и артиллерии. По боевой эффективности Торнадо превосходит своего предшественника, систему залпового огня СМЕРШ, в 3 раза. Торнадо-С – это разновидность смерча, но уже система наведения, так сказать, спутника системы наведения. Так сказать, ну и с повышенной дальностью, так сказать, полета, так сказать. Ну и, соответственно, с более могущественной боевой частью. Сегодня максимальная дальность смерча – 90 километров. Начинка самая разнообразная. Кассетная головная часть с осколочными, кумулятивно-осколочными и самоприцеливающимися боевыми элементами – противотанковыми минами. Дальность современного града увеличена в 2 раза. Корпус реактивного двигателя сделали тонкостенным. Вместо шашек стали использовать смесивое топливо. Снаряд в процессе полета достигает, еще раз повторяю, дальность, значит, в 2 раза больше, чем, так сказать, существующая аналогичная система. Но, что самое важное, позволил не менять пусковые установки, не дорабатывать пусковую машину, а использовать существующую.